Денис Васильев, но сильнейший в первую очередь, наверное, потенциально, потому что в реальности Денис Васильев, который сейчас появляется на льду, спортсмен, представляющий сборную Латвии, ну никак не может реализовать свой очень серьезный талант. Тренируется он у Стефана Ламбьеля, ну а сейчас показывает свою короткую программу на 5-м для него чемпионате мира. Денис, наверное, один из тех, кто показывает, что фигурное катание способно существовать и без стабильных четверных прыжков. Но такое ощущение, что Денис, если не окончательно отказался от прыжков в 4 оборота, то старается их число в своих программах минимизировать. Так как короткая программа, в первую очередь техническая, и там любая оплошность может стать тебе очень дорого. Денис предпочитает сделать все имеющееся у него в наличии, сделать все чисто, брать четвертыми уровнями и второй оценкой, и уже в произвольной возможно рисковать при таком раскладе. Да, очень хороший, как мы говорим, катальщик в мире фигурного катания. Он прекрасно слышит музыку, но когда рядом с тобой такой хореограф и тренер Стефан Ламбьели, это говорил и вчера, когда девушки выступали, сегодня, когда выступают мужчины, то, наверное, другого выхода у тебя нет, как только вот учиться и продолжать учиться именно интерпретации. Да, не владеет четверными прыжками, но вроде бы я видел как-то, у него были попытки, кстати, и здесь были на тренировке исполнить четверной прыжок, не очень удачные. Кстати, вот на этом акселе, который сейчас мы увидели на замедленном повторе, ставит недокрут на выезде. Но в целом хорошая, акселя, да? Да, хорошая, конечно, вот эта танго. Посмотрим, что же он нам продемонстрирует в произвольной программе. Но, вы знаете, короткая программа, будь то она насыщена четверными прыжками, элементами ультраси или просто 3-3, самое главное здесь просто пойти и просто
выдать то, собственно, чем ты владеешь на данный момент. Конечно, сравнить там... Я сейчас сразу понимаю, что даже сравнивая наше женское одиночное катание, это не очень корректно, но почему-то сразу приходит на ум Камила Валеева. Который в этом году исполнил тройную аксель. Да. Тройную аксель, да, в короткой программе. Но сейчас чемпионат мира здесь, в Стокгольме. У Камила Валеева все еще впереди. Сейчас Денис Васильев откатал практически безупречно свою короткую программу. И что? Очередной ученик Стефана Ламбели. И опять молодец тренера. Респект, уважуха, потому что и Шома Уна, и Денис Васильев, честно, не очень себя показывали на тренировках. Но здесь в нужный момент выдавали. 81,22 балла набирает Денис Васильев. Это примерно равно оценкам Ханьяни и Михаила Бжезины, которые выступали задолго до него. И он входит в десятку сильнейших, опережая Константина Милюкова. Это важно. Константин борется в борьбе за попадание в десятку сильнейших. Ну а замыкает пока число тех, кто отобрался в произвольную программу, Александр Селивков.